Задача участников на первом этапе – преодолеть трассу, состоящую из различных перил и участка свободного лазания быстрее других, соблюдая все правила безопасности. Квалификация позволит отобрать наиболее подготовленных участников, которые будут соревноваться на следующих двух трассах. Школа – это более сложный этап. А третий день соревнований – это работа в паре – домбайские связки. Оба участника должны передвигаться по скале, попеременно страхуя друг друга. Обязательное условие – смена ведущего в двойке, которая должна произойти на одном из пунктов страховки. Итоги соревнований будут подведены в личном и командном зачетах. К участию допускаются все желающие спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда в альпинизме, спелеотуризме или спортивном скалолазании. Открытие соревнований в пятницу в 9:30.